борщ на костре решил сделать. Свининка, говядинка, кольцо на зажарочку. Красота. Пошел лучок, добавил еще картошечку кроликам и курам. И зажарочка борщевая. Сейчас пойдет морковка. Пришла морковка, сейчас идет свекла. Все свое, слава богу. Пришла свеколочка. Сейчас пойдут у нас помидоры. Свежие помидоры. Картошечка. Худоды. И бульончик свиноговяжий. Какая красота. Все на костре с дымком. Пришли помидоры. Зажарочку. Последний этап зажарки. Свежие помидоры. Когда зажарка уже готова, такая все обжарилась хорошо, все, я добавляю бульона. Сейчас добавим бульона в зажарку, и зажарка будет тушиться. Так. Так вкусненько. Зажарочку будем тушить. На слабеньком, слабеньком огне. Завершающий этап, все положено уже. Поклал капусточку. Жарочка там, все. Зелень осталась, чуть потомился. Капусточка своя, все практически свое, кроме помидоров. Борщ практически готов. Красота. Слюни уже течуть.